На нужды района в следующем году город выделил больше 8 миллиардов рублей. Большую часть средств разделили между образованием, здравоохранением и социальной сферой. На образование по расчетам чиновников уйдет больше 5 миллиардов. Деньги пойдут на ремонт и благоустройство детских садов, а также открытие 4 новых на 550 мест. Несколько десятков миллионов потратят на создание доступной среды для детей-инвалидов, а также модернизацию дистанционной системы обучения, которая позволит ребятам с ограниченными возможностями присутствовать на всех занятиях онлайн. Согласовано дополнительное ассигнование – это по образованию, системе образования 148,3 миллионов, культура, молодежная политика – 4 миллиона 760 тысяч, социальная политика – 39 миллионов, здравоохранение – 87 миллионов. Немало внимания уделят жилищной сфере. На асфальтирование и ремонт проездов во дворах, освещение детских площадок теперь тоже предусмотрены деньги в бюджете. Муниципалам поможет город. Энергосбережение тоже берут на контроль, особенно в кварталах новой застройки. Транспорт будет в приоритете. Средства пойдут в первую очередь на строительство станций метро «Броневая» и «Боровая». А вот развязка Пулковского шоссе и Дунайского проспекта почти готова. Ее планируют открыть уже в июне следующего года.